Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим колбаски для жарки в аэрогриле. Для приготовления нам потребуется 300 грамм колбасок. У меня из индейки, можно взять из курицы. Пол чайной ложки подсолнечного масла. Кисточку смазываем подсолнечным маслом и аккуратно промазываем каждую колбаску. Выкладываем колбаски в поддон аэрогриля. Когда выкладываем колбаски, оставляем немного места между ними, чтобы хорошо проходил обдув. Отправляем колбаски в аэрогриль. Готовить колбаски будем в аэрогриле Red при температуре 180 градусов 12 минут. Время истекло. Смотрите, какие румяные колбаски получились. Такие колбаски отлично подойдут к любому гарниру. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!